Всем привет! Перед началом распаковки хотел бы порекомендовать вам канал Алимама. Девушка делает подборки различных товаров, которые однозначно пригодятся вам или вашим близким. Некоторые товары Алимамы у меня были на обзоре, а еще часть я заказал на днях. Мама плохого не посоветует. Ссылка в описании. Так, а мы переходим к распаковочке. И открываем первый товарчик. Здесь нас встречает что-то в блистере. Вот такой вот держатель для телефонов на присоске. Здесь имеется каких-то тоже несколько присосочек. А сама вот эта головка выполнена из пластика. Крепеж весь пластиковый. Насколько это будет надежно? Ну, сомневаюсь, что очень сильно. Очень-очень все как-то дешево. И, возможно, не ко всем телефонам подойдет, потому что, как я показывал недавно обзор на такого плана держатель для смартфонов, и к моему смартфону он не подошел. Думаю, что этот точно так же не подойдет. Сейчас посмотрю, хотя бы будет ли он клеиться. Ну, с гладкой поверхностью, если приклеить его сюда, то, я думаю, держаться будет. Да, и держится, знаете, очень-очень неплохо. Оторвать тяжело. А вот приклеить его сюда, ну, держится. Знаете, вот, держится. Да, первое впечатление обманчиво. Ну, за свои деньги, возможно, даже кому-то пригодится. Так, открываем следующую посылочку. И здесь у нас еще один ножик. Только в данный момент это уже не птичка, тоже керамический, а вот такой чуть больше. Он же овощечистка, как его позиционируют китайцы. Имеется также вот цепочечка такая. Лезвие уже сам по себе нож идет побольше. И для кухни, я думаю, он будет намного полезнее, чем вот этот. Ну, этот у меня тупо для распаковок. Ну, и этот тоже мы так проверим и разрежем. Режет тоже очень-очень хорошо. И открыл нам следующую посылку, в которой находятся вот такие вот булавки. Булавки предназначены для того, чтобы где-то что-то закрепить на стенке, на какой-нибудь доске. Малюсенькие головки, где-то 4 мм, наверное, сам вот этот шарик. И в районе сантиметра вот эта иголка. Булавок очень много. Китайцы заявляли, что здесь около 50 штук, по-моему, 50 разноцветные. Очень хороший канцелярский товар, я думаю, пригодится однозначно. При покупках в интернете не забываем пользоваться кэшбэк-сервисом. Ссылочку я оставлю в описании. Так, а здесь у нас находится вот такая штуковина. Я даже не знаю, каким ножом открывать, и один, и второй хороший. Так, а эта штуковина для запайки пакетов. Ну, естественно, батарейки в комплекте нет. Эта штуковина работает от двух обычных пальчиковых батареек. Здесь имеется магнит, но правда магнит такой вафельный, ничего не держит, то есть, ну вот, грубо говоря, грузик 18 грамм весит, он его поднимает, но чуть-чуть тряхануть, он отваливается. То есть магнит абсолютно бесполезный, ненужный, его повесить куда-то вот так к стенке или что вы не сможете, он будет у вас сползать, отваливаться. То есть сам этот элемент бесполезен. Ну, давайте посмотрим, паяет ли он пакет. Что-то как-то... Ну, что-то сплавил, но вести им не получается. То есть, может, это пакет какой-то хреновенький. Давайте возьмем... Вот такой пакет китайский, поплотнее. Можно его так, да, провести. И он запаял. Да, полностью все запаяно. Вот одно отделение получилось у нас, вот второе. Да, штуковина хорошая, рабочая. И, возможно, кому-то пригодится. Вот такой получился у нас запайщик.
А мы открываем следующую посылочку. Так, и здесь у нас корпус для пауэрбанка. Да, посмотрите, он выглядит как пакет молока. 1 литр. 100% свежее. Все это дело вот так как-то закрывается. Сюда надо положить 18650 аккумулятор. И у вас будет вот такой пауэрбанк. Только он почему-то вроде как сломан. То есть вот это гнездо на микро USB, оно не работает. А нет, оно есть, оно просто выпадает. Да. Какие бабки, такие тапки. Ну, в принципе, выглядит достаточно неплохо, симпатично. Если вам необходимо заряжать какие-то смарт-часы или ну, не очень много требуется энергии, то я думаю, такой корпус вам пригодится. Потому что, ну, выглядит очень достойно. Симпатичная штуковина, места много не будет занимать и в случае необходимости сможет подзарядить вам ваш девайс. Так, у нас последняя на сегодня посылочка. И здесь находится лазерная указка. Не помню, какого цвета заказывал. Есть ли тут батарейки? Батареек, наверное, нет. Ничем не светит. Указка работает. Ну, метров на 5 точно светит. Сейчас день на улице, поэтому проверить ее на дальность не могу. Но соседский дом, в принципе, добивает до соседского. Это метров где-то 25. Ну, единственное, что немножко вот трясутся внутри батарейки. Две мизинчиковые ставятся и как-то слегка болтаются. Не очень плотно сделано. Ну, а так, в принципе, достаточно неплохая вещь. Работает, можно поиграться с вашими животными. Кошка, собака, кто у вас там есть. Кому нравятся такие игры. Это были все товары на сегодня. Ссылки на них вы найдете внизу под видео, в описании. Обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисом для экономии средств. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.